Привет всем, вы на канале Дмитрий Рошенко. В этом видео хочу вам предоставить информацию о том, что 26 июля 2019 года Совет Федерации Российской Федерации одобрил закон о получении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание и о виде на жительство. Значит, одновременно срок рассмотрения заявления на выдачу РВП должен будет сократиться с полугода до 4 месяцев, а вид на жительство станет бессрочным, в принципе. А в этом и заключается новелла данного закона. Теперь данный закон передан на рассмотрение президенту и, соответственно, подпись президента Российской Федерации. В частности, хотел бы вам еще раз повторить, что право получить РВП вне квоты в соответствии с данным законом будут наделены граждане, которые родились на территории Российской Федерации, являются гражданами Украины или лицом без гражданства, имея статус беженца или временного убежища на территории Российской Федерации, переселяется в Российскую Федерацию на постоянное жительство в рамках международного договора о регулировании процесса переселения и защиты прав беженцев, который заключен с Азербайджаном, Туркменистаном, Латвией, Грузией, Арменией и другими странами. Также право оформления вида на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание предоставляется также следующим категориям иностранных граждан. Это те граждане, которые родились в РСФСР и в прошлом или гражданство СССР. Также дети, которые родились на территории России, чьи родители иностранцы, иностранные граждане имеют вид на жительство. Граждане, чьи родители или дети имеют гражданство Российской Федерации и постоянно проживают здесь, на территории Российской Федерации. Иностранные граждане, которые проработали в России не менее полугода в качестве квалифицированных специалистов. Также граждане, которые проживают на территории страны, то есть Российской Федерации, у которых было прекращено гражданство, кроме осужденных по тяжким статьям Уголовного кодекса и в том числе за терроризм. И иностранные граждане, которые с отличием окончили российские вузы. Вкратце, такой вот перечень, касаемый РВП и вид на жительство. Подробно я делал не одно видео, также были выпуски касаемо обсуждения законопроекта в Госдуме. Я думаю, те, кто постоянно следит за новостями, миграционными новостями на моем канале, я думаю, вы, во-первых, ознакомились с данным законопроектом, а во-вторых, посмотрели эти обзоры. Но, тем не менее, все ссылки есть в описании, можете перейти и, соответственно, посмотреть. Также эти ссылки прикреплены в комментарии, можете также ознакомиться с данными видео. Спасибо, что посмотрели данное видео, пишите вопросы в комментариях. Напомню, что 26 июля рассмотрен данный закон касаемо в упрощенном порядке разрешения на временное проживание и вид на жительство в Совете Федерации. Передан президенту Российской Федерации Владимиру Путину на подписание. После того, как он будет подписан, срок вступления в силу данного законопроекта будет отчитываться в размере 90 дней. Всего доброго вам, успехов в решении всех миграционных вопросов. Счастливо!